В преддверии наступающих праздников новогоднее настроение царит везде и даже на дорогах города. Сотрудники госавтоинспекции провели профилактическую операцию «Внимание, пешеход», а вместе с инспекторами водителей останавливали настоящие Дед Мороз и Снегурочка. Как так вышло, узнаете из нашего следующего сюжета. В рамках профилактического мероприятия сотрудники госавтоинспекции вместе с героями из «Зимней сказки» расположились поблизости к центру города, чтобы поздравить как можно больше людей. Все-таки нечасто на улицах Конаково водителей тормозит Дед Мороз, хотя подобная акция проходит в нашем городе уже в пятый раз. Ее цель – сформировать культуру безопасного поведения на дороге и привлечь внимание пешеходов и водителей к необходимости соблюдения правил дорожного движения. Всех с наступающим Новым годом! Желаем вам безопасных дорог. Хотели бы обратиться к водителям, чтобы они соблюдали скоростной режим, пристегивались сами, смотрели за своими пассажирами, чтобы они тоже были пристегнуты. Пристегнуты сейчас? Вот, молодцы какие. Настоящее новогоднее настроение сумели подарить водителям инспекторы ГИБДД. Вместе со сказочными персонажами из молодежного центра Иволга дорожные полицейские останавливали автомобилистов не для проверки документов, а для поздравления их с наступающими праздниками и напоминания правил дорожного движения. Радостная реакция автолюбителей стала залогом успеха новогоднего профилактического мероприятия. Уважаемый участник дорожного движения, госавтоинспекция Конаковского района поздравляет вас с наступающим 2019 годом и Рождеством Христовым. Пусть желания, загаданные вами в праздничную ночь, сбудутся, а 2019 год будет полон радостных встреч и событий. Обращаясь к водителям и пешеходам, хотелось бы напомнить о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения Российской Федерации и взаимной вежливости на дорогах. С Новым годом!